конечно, то еще придон и гондон, но живет уже 100 лет. Дон просто ведро с гайкой. Винни снабжает нас пушками. Мы заходим к нему, когда нужна тяжелая артиллерия. Бонжорно, Винченцо! Ча-ча-ча! Смотри, какой штрудель! Вильно нет. Очень хороший и веселый человек. Характер общительный. Не женат. Это кто с тобой? Винни, этот делал Томми Анжело. Обидно, ну. Ясно, отца, ясно. Привет. Нужны револьверы, ружья? Не, нам только делать пару штанов и трусов. Попробуйте слабелен. Винни, нам балки тройку. Хорошо пошла. Разобьет все! Кто живет в гараже? Ральфит в гараже. Ральфит ходит по городу в неглиже. Ральфит мало с пидорью. В тропах реально жаль. Из жопы. Тебе весело, а мне нет. Ральф очень хороший и вежливый мальчик. Скромен, добр, правдив. Слушает маму и каждое утро делает зарядку. Характер мягкий. Извини, Ральфи. Эй, умник, Ральфи. Пошутил. Ты еще хромаешь? У нас тут теперь уже 2 коллег. Я просто похлопаю. Ты за рулем. Ай! Сэр, мне глаз не оторвать от этой задницы. Дрочит левая рука. Заберите свой металлолом! Фаталити! Гони! Гони! Эй, Салас! Обосрались? Более чем, мистер Сальери. Тебе надо запомнить правила. Никто за цифры. Мы никогда не материмся. И если ты не можешь полпыть без мата, значит, ты ленив или глуп. Этим мы с Моралой отличаемся. Я бизнесмен. Money. Моралы. Соображалка? Я не использую мозг. Я тупой. Морелла вспыльчив. От злости у него... Горит жопа! Я голоден. Первое. Второе. Нужен парень вроде тебя помогать в бане. Нагоняем воздух на его раскаленное тело. Это честь для меня, сэр. Кое-кто у нас на ставке. Если зайдешь далеко, будешь в доставке. Мы никогда не жирнимся. Никаких дел с ответственностью. Йо. И нам нужны проблемы. Йоу! Хорош, босс. Ты принес что? Где? Когда? Это честь для меня, сэр. Полмиллиона черной пляни. Вторая ставка. Больше ставок. Полмиллиона красная. Миллион красная. Миллион черный у Гарбин-Друдя. Играет юрист из Тульской области. Морелла. Внимание, черный ящик. Внимание, вопрос. Все эти люди здесь со мной благодаря одному качеству, которое я очень ценю. Это качество должны ценить мы все. Минуту на вопрос. Какой-то, да? Завтрак, допустим, здесь, да? Нет? Поел, полетел, проснулся. Обеденное время. Да подумайте, давайте. Итак. Преданность. Долги. Ты принят в семью. Это моя семья!
семья. Сара так себе. Зато наш бармен Луиджи Мадонна. Луиджи Форд.